Здорово, народ. Получил посылочку из немецкого магазина семян. Сейчас покажу, какие семена я заказал. Это для того, чтобы выращивать дома. Ух ты, это здесь, блин. На каждое из семян здесь полная инструкция есть, как его высаживать. Класс. Я сейчас их все достану, но каждому из семян я уделю определенное внимание. 13 разных видов семян, лечебных, лекарственных растений. Это те семена, которые можно высаживать у себя во дворе, на даче, там, на огороде. Но я буду их высаживать во дворе. Они и будут красиво, ну, смотреться как декор. О каждом из них я сейчас расскажу. Второе. Это василек голубой, который часто добавляют в чай. В зеленый, в черный. Ну, в основном в черный. Голубой василек в чае всегда делал чайный вид богатым. И при том сам василек имеет полезные лечебные свойства. Василек заваривают как в сухом виде, так и в свежем. Его можно бросать в чай, заливать кипятком. Сам цветок очень красив. Его диаметр шляпки самого цветка 5 сантиметров достигает. Ну, высоту бывает метр. Можно высаживать на приусадебных участках, во дворах, у кого частные дома. При сборе василька собираются только вот эти вот лепесточки, самые первые, для сушки. Говорят, что эти первые листья, они имеют самое большое целебное и лечебное свойство. Василек лучше сушить в сушилке или в тени. Его еще используют в косметологии, там всякие вытяжки делают, после чего создают гели, жидкости различные для успокаивания, короче, кожи, тоники там различные. В заварном виде василек литрами пить нельзя. Можно погуглить в интернете и найти рецепт василька, который продается в аптеке, и там будет расписана инструкция его по применению. Как и многие другие растения, василек полезен для желудка, печени, почек, мочевого пузыря. В общем, все, что связано с желудком. Лучше, конечно же, василек добавлять в чай, черный и зеленый. Чай будет вкуснее и полезней. Так что самолечение тоже хорошо, но и не игнорируйте врачей. В общем, думаю, что кого-нибудь на хорошие мысли я подтолкнул. А так как всегда, народ, смотри следующее видео и подписывайся на канал.